Всем привет, и мы продолжаем проходить Хогвартс. У нас задание поговорить с портретом в дальней части библиотеки. Кто-то кого-то похитил, давайте смотреть. Вы в порядке, сэр? Вас что-то расстроило? В порядке? А сами как считаете? Меня же похитили! Как вас могли похитить, если вы здесь? Что за вопрос? Разумеется, я здесь. У меня же не один портрет. Разве у вас только один дом? Речь о втором портрете. Много портретов. Его украли. Кто-то из учеников, я уверен. Они наняли воров, чтобы те украли вторую картину. Ну, допустим. О, Мерлин, какой ужас. Ужас? Это как раз про историю стрекот. Она стоит за всем этим. Они с дружками плели интриги против меня. А потом я услышал о ее гнусных планах нанять какое-то отребье, чтобы похитить из трех метел мой портрет. Там висела вторая моя картина, та еще лачуга, но могла быть и хуже. Я слышал, что один портрет повесили в кабаньей голове, и от него не было ни слуху, ни духу. Так, насчет вашей картины. А, да. Так вот, я как раз припудривал парик, когда вдруг какие-то мерзавцы стянули меня со стены и поволокли прочь. Я должен оставаться на своем месте. Я выполняю важные поручения для директора, а мой второй портрет нужно вернуть в три метлы. Так, кто такая Астория? Кто такая эта Астория Стрёкот, из чего вдруг ей понадобился ваш портрет? Хулиганка с четвертого курса. Вот она кто такая. Постоянно обсуждает всяческие неблаговидные поступки в своей компашке прямо у меня под носом, а потом презирает меня за то, что я их услышал. Забавно. Я могу лишь предположить, что они украли мой портрет в жалкой попытке наказать меня за то, что я делаю свою работу. Подслушивай. Кто Ай. Такая эта Астория Стрёкот, из чего вдруг ей Хулиганка с четвертого курса. Вот она. О, я случайно. Что вы имели в виду под важными поручениями директора? Скажем так, я много чего слышал в замечательном заведении Сироны. А директору нравится быть в курсе событий. Он уже привык полагаться на меня. Прямо как когда я был старостой. Он подглядывает. Подслушивает. Выясняет всякую информацию. Полагаю, вы представления не имеете о том, куда дели украденный портрет. Вам видно с него хоть что-нибудь? Ну, разумеется. Они ничего лучше не придумали, чем притащить меня в развалины, судя по звуку, окруженные водой. О, еще я припоминаю, что видел побережье. Попробую что-нибудь выяснить. О, побережье? Правда? Как чудесно. Ну, тогда поспешите, пожалуйста. Меня отнесли в ужасное место. Ну, так вперед. Помогите! Кто-нибудь! А хватит орать, иду искать тебя. Меня похитили. Так, потопали искать картину. А кому не нравятся подвиги? За пределы, я так понимаю, да? 500 метров. Ой, я не туда бегу. Чудная метла, что-то сзади. Это самое быстрое. Когда моя метла будет готова? Я бы хотела бы забрать улучшение третьего уровня. Я же задание прошла, и чё-то пока ноль. Так. До сих пор обсуждают, как вы победили тролля. Это многих... Астория Стрёкот? Это как посмотреть? У меня неприятности. Фердинанд Пратт считает, что да. Он говорит, что ты украла его портрет. Я бы не назвала это кражей. Скорее, я нашла для нее более подходящее место. Как бы помягче выразиться. Фердинанд Пратт — напыщенный болван. Ему повезло, что я не замуровала его. Ну, блин, это
Ну, чудовищем его не назовешь. Ему сказали, что делать, он выполняет свою работу. Докладывает. Неужели он настолько ужасен? Все, что он знает, это как шпионить и докладывать обо всем директору. Бывает, что ему не о чем доносить, и он просто что-то выдумывает. А, да что? Меня оставили после уроков на 4 часа из-за того, что он наплел Блэку, будто я собиралась осушить озеро. Что бы это ни значило. О. Это была последняя капля. Он должен был исчезнуть. Не подскажешь, где же он? Никуда я ее не девала. Картина, наверное, сейчас у людей, которым я заплатила, чтобы они ее утащили. Их лагерь стоит на побережье. Я хотела, чтобы портрет оказался подальше, и мне не довелось вспоминать о Фердинанде Прате. Ты знаешь, что прямо сейчас он вопит на всю библиотеку? О, во имя Мерлина! На мой взгляд, ему не о чем вопить. Я могла бы повесить его в кабаньей голове. Этому болвану такое бы не понравилось. Там запачканные стены и смердит козами. Таких высокомерных особ, как Фердинанд, сожрут с потрохами. Что сделано, то сделано. Его больше нет. И на твоем месте я бы порадовалась. Приятно было пообщаться. Не, ну конечно, нафиг нам нужен тот, кто шпионит. 3000 метров, вы чё? Карта. Блин, карта мира. Ни хрена себе! А чё так близко, ребят? Не могли меня вообще на другой кусок карты отфигачить? Я в шоке. Давайте до точки перемещения. Там точка перемещения. Карта Хоксмида. Я немножко опять простужена. Не знаю, как там на голосе моем это слышится, нет? Уже бесит просто. Эта зима какие-то все соки выбила. Болею без конца. Во. Ну. А. Я до этого играл в Ведьмака, а там же, чтобы переместиться, надо подбежать к флажку. И только потом переместиться. И, в общем-то, я забыла, что здесь можно просто переместиться. Это кто? Это черный властелин? Низ. Я уж что? Опрометчиво с твоей. Черный властелин. Иди сюда, Ши. Вы бы там не выеживались. Да что ж ты держишься, перетельница? О, друганы прилетели. Друганы прилетели. Я бы на твоем месте. А зачем я это использовала? Ну-ка. Давайте в воду его. Вау. Горим. 140 метров. Это сюда. Я тут была. Я везде была уже. Деньги мы получили. Давайте сожжем его и всего делов. Про картину? Я уже потерял. Я тут глаз положу. Вот, внизу, что ли? Внизу. Нет? Ну-ка. Нашли. Алхамора. А что здесь, никого не будет? Удивительно, что рама вообще цела. О, привет. Мы тебя нашли.
беспокойтесь, я уже здесь. Не беспокоиться? Эти недоумки говорили о том, чтобы сжечь меня! Меня! Да хоть орать! Хоть капля мозгов, они бы понимали, что я куда больше пользы приношу, пока я нахожусь в трех метлах. В каком смысле? Я ведь столько всего слышу! Я настоящий кладезь ценной информации. Ну, не стойте столбом! Я должен быть к ужину! Без меня там тоскливо, как на кладбище. Блин, ну он хочет и подслушивать. А ну-ка. Что, если я не хочу возвращать вас в три метлы? Что это вы такое говорите? Ну не надо все. Я могу вас отнести в кабанью голову. Я могу отнести вас в кабанью голову. Это такое приятное заведение. Очень смешно. А теперь несите меня в три метлы. Там, должно быть, без меня с ума сходят. Только ага. Несите меня аккуратно, слышите? Мои брюки и без того помялись. Напыщенный какой. Что это за место? Тут же низги не видно. Я этого не потерплю. Ой, какой наглый ты, а? Может, тебя реально сжечь? А что, у меня два индикатора? Сейчас мы проскочим, чтобы не драться с ними. Так, ну-ка, и куда? Так, смотрите. Во, у нас задание с папой появилось. Карта Хоксами, да. Так. Или в трактир кабанья голова. Ну давайте его сюда оттащим. Чё? А чё нет? Нечего подслушивать чужие разговоры и всем всё подряд докладывать. Я протестую! Приличным людям здесь не место! Особенно... Ой, начинает! Вот какой я горластый! Ну-ка, давайте-ка мы его в это... Сюда тащим. А чё, так нельзя поменять? Держите! Вот сюда. Так, это у нас задание. В смысле, я не пройду тут, что ли? Пускай там подслушают разговоры. Пьянец. Вот так. Как прикажете это понимать? Это же не три метлы. Нет, это кабанья голова. Вас что, в котел с зельем глупости уронили? Мы не туда попали, ясно вам? Это какая-то помойка. Вам здесь точно понравится, как пообвыкнете? Пожалуйста, не хотите же вы бросить меня здесь? Прошу вас. Уравуар, Фердинанд. Удачи на новом месте. Красотка. Расстроился. Мужик. Я бы выкинул отсюда вас обоих. Но на этого модника приятно посмотреть. А еще приятнее чем-нибудь в него запустить. Джаспер Форель? Негодяй. А, это он про картину? Забавно. Так, а задание прошло. У нас что-то 10 заданий причем висит. А чё, мы это не взломали? Алахамора. О, здесь целый сундук, как так? Ну? Здесь целых много сундуков-то. Очень много. Надо продать все лишнее и пойдемте в Поппи, наверное, да? Так, главная улица... Давайте сюда.
я думал, когда вы снова зайдете? Давайте посмотрим, что у нас есть. У меня есть на продажу. О, золотой. А нет, это фиолетовый. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас есть. Если вам еще что-либо нужно, только скажите. Без проблем. Так, карта. Так, карта мира. И вот у нас... Давайте вот сюда. Кто на полта? Никого нет. Нет задач. Во! А, надо с Себастьяном разобраться, слушайте. Мы его оставили. Пойдемте сейчас к Поппе. Ну, привет. Значит, они сделали это, когда вы поместили туда камень. Вы знаете, почему или что это значит? Это как-то связано со Сниджетами. Знания подобны морям. Широкие просторы ничего не говорят нам об их глубине. Рада снова видеть вас, Доран. Поппи уже рассказала вам о том, что произошло? Да. И я рад, что вы благополучно вернулись. Я не был уверен, так ли мудро было посылать вас дорогой, которая в лучшем случае неведома, а в худшем смертельна. Природа проницательности кентавров безлична и всеобъемлюща. Небеса говорят нам о грядущем, и зачастую мы не знаем, что увидели, пока это не произойдет. Вы знали, что браконьеры попытаются прикончить нас? Нет, моя юная подруга. Но меня это вовсе не удивляет, уверяю тебя. Я ожидал этого так же, как и нашу с тобой первую встречу. Возможно, вам следует начать с самого начала. Полагаю, что нам с Поппи это бы весьма помогло. Разумеется. Это лучшее место, с которого стоит начинать, не так ли? Много лун тому назад я предвидел череду событий. Значение от меня ускользало. До тех пор, пока вы не принесли новости о Сниджетах и охотящихся на них браконьерах. Полагаю, что символ, созданный танцем лунтилят, обозначает место, где прячутся Сниджеты. И по счастливой случайности я, кажется, знаю, где это место. Прошу вас, продолжайте. Я видел этот символ лишь однажды. На скале, в лесных утесах. Торопиться надобно. Сниджеты, которых держали там столько лет, могут быть в опасности. Вы предвидели череду событий, прежде чем наши пути пересеклись. Что это были за события? Я видел прибытие незнакомца, вражескую угрозу и возвращение старого друга. Полагаю, что незнакомцы — это вы, браконьеры — враг, а старые друзья — это сниджеты. Кроме того, я увидел два места, связанных с этими событиями. Пещеру с лунным камнем и круг стоячих камней, утопавших в лунном свете. Откуда вы знаете, что символ указывает место, где спрятаны Сниджеты? Я не знаю. Это мне показали звезды. Предсказания даются так, как должно. Я лишь возвещаю о них. Должен сказать, что удача нам сегодня благоволит. То, что вы показали мне символ, происхождение которого мне известно, не совпадение, но судьба. Ну, давайте отыщем. Если вы правы, то нам следует отправляться в путь. Встретимся там. Мы не допустим, чтобы Сниджеты снова пропали. Все? А где встретимся-то? Хоть бы сказали, где. И все, да? То есть надо теперь ждать, правильно? Ну, пойдемте закончим тогда с Себастьяном. Как-то
Это пока ничего мне не дают больше. Ага, и пойдем к палочке. Ну, давайте. Карта Хогвартса. Блин, темная судьба. А, вот, это Себастьян как раз. Вот сюда прям. Так, это вот внизу. Опять там кого-то ругают. Так, ну давай, опять пообщаемся. Она убита горем. Ей пришлось в одиночку хоронить вашего дядю. Я сделал это ради нее. Себастьян, Анну ужасает сама мысль о том, чтобы выдать тебя, но... Что? Выдать меня? Она же видела, что произошло. Тебе нужно обдумать случившееся, Себастьян. Выдать меня? Давай. Себастьян. Что это? Ты же видела, что произошло. Я не хотел причинить вред дяде. Я знаю. Не могу поверить, что его больше нет. Почему же все так обернулось? Я не хотел этого. Не хотел. Мы все это слышали уже. Я пытался помочь тебе. Я не могу оставить ее сейчас. Я нужен ей больше, чем когда-либо. Ты же понимаешь. Поговори с Оминисом. Объясни ему. Тебя он послушает. Мне нужно быть рядом с Анной. Себастьян, я не знаю, что делать. Не знаешь? Да все ты знаешь. У Анны больше никого нет. Я сожалею о том, что натворил. И знаю, что это неправильно. Надеюсь, она сможет меня простить. Гонора немножко и поменьше, все остальные, Себастьян. Тоже. Чтобы теперь не случилось. Ладно, мы я его раньше, мы не будем сдавать. Он вроде бы в финале нет, должен Себастьян. Появиться. Ладно. Оминис. Какой кошмар. Я сам не верю. Оминис классный перс. После нашей встречи я отправился прямиком в Хогвартс. Не успел я Не хочу терять Себастьяна, но, похоже, у нас нет выбора. Ну, давайте выбор попробуем. У нас есть. Что Он сожалеет о случившемся. Мы с тобой не первый раз это слышим. Но нам нужно подумать об Анне. Сначала она лишилась здоровья, потом потеряла... Не хочется сделать Анне еще больнее. Я просто это все... Я поговорю с Анной. Она согласится, сбрасываю если... Сбрасываю диалоги, спасибо, потому что мы все это слышали. Что все. Бы не ждало нас впереди, мы должны оставаться... А теперь я хочу сделать, знаете что? Вот так вот. А почему я не могу сейчас... Карта мира. Я должна выйти из Хогвартса. Ну, давайте. Почему в данный момент недоступно? В этом я уверен. Потому что я в крипте? Ну ладно. Так, и чего? Может быть, сейчас смогу? Во! Что-нибудь поменялось? По-моему, нет. Задача. Во! Встретитесь с Поппи к юго-западу от Брокберроу. Погнали к Поппи. Задание на Поппи появилось. Карта мира. Так, это нам вот сюда, да?
Поехали. Ну давай. Темная дворняга. Ага. Два удара и ты труп. Класс. Просто супер. Просто потрясающе. Я пришла так быстро, как смогла. Над входом был символ. Лунтилята сделали такой же в кругу камней. Конечно, Доран на это намекал, но увидеть его своими глазами... Неужели это то место, где прячутся снеджеты? Давай выясним. Доран ждет нас наверху. Если что, я готова. Вот это да! Настоящие снеджеты! Хорошо, что мы вроде как опережаем браконьеров на шаг. Как-то странновато, что их не слыхать. Может, нам везет, и они все еще разбираются в бабушкиных исследованиях. Котики. Было немало всего. Нас, в свою очередь, вел Доран. Так, даже слушайте, я тут была. На это место, нас да. Здесь уже не будет. Вот здесь была вот эта штука, и я не понимала, для чего она вообще. И что с ней делать. Это какая-то загадка, да? Доран, надеюсь, вы не очень долго ждали? Вовсе нет. К тому же, это не я жду вашего появления. Вы принесли лунный камень? Да. Хорошо. Для этого дела он важен не меньше, чем ваше присутствие. Так что же дальше? Что это за колонны здесь? Это своего рода защита. Впрочем, есть только один способ узнать. И подозреваю, что вы лучше представляете, что делать в таких необычных ситуациях. Ну, конечно, конечно. Так, выясни, как попасть внутрь. Так, мне нужна вот эта штучка. А, не та. Вот это тогда. Нет? Не тянется? Как это так? Это не то. Интересно, эти колонны не двигаются? Странно. Должны двигаться. А их как? Ну... Конфринка! Как их двигать? Ничего не происходит. Так. Почему они не двигаются? Так, кто активировали? Так,
А погодите, стоп. Ну и чё? А нет. Может быть, дело в свете и темноте? Что-то не так. Вот оно горит. Я думала, луна это типа темнота, а вот эта штука горит. Ну-ка. Как интересно. Ой, надо вернуть, стоп, я не тут дерну. Так, и... вот это. Может быть, дело в свете и темноте? Вот тут светились знаки. Знаем, куда ведет этот проход. А теперь... вот этот вот и вот этот знак. Ну, я почему-то думаю, что на типа тьма это вот эта вот луна. Вы не идете с нами? Ну ладно. Если Сниджи ты здесь, табуну нужно будет в этом убедиться. Особенно Элику. Идите без меня. Я догоню вас, как только смогу. Так, хорошо. Все, пойдемте. Так, здесь какое большое помещение. Почему ты так считаешь? В лагерях браконьеров всегда была гнетущая атмосфера. Это сложно объяснить, но напряжение буквально висело в воздухе. Офигеть. По крайней мере, так мне казалось. А это место излучает атмосферу безопасности и спокойствия. Прямая противоположность лагерям браконьеров. Кто бы думал, да? Большое помещение. Это вот неактивная дверца. Так, подождите, сейчас. Там был тоже проход, сейчас туда схожу. А здесь просто сундук, да? Сколько же тут книг? Я тут еще не видела кабинет моей бабушки. Много книг, много. Целая полка книгами. Вот эта штука понадобится, видать, да? Сейчас тут сажу все. Проход. Мне что-то пригодится, видать. А на второй этаж забраться можно? Там что-то есть. Ну-ка. Так, теперь попробуем вот это вот. Ну-ка. Да чё ты? Ну, и что это такое? Коронария.
Перевернулась. О. Что тут есть? Просто ручка и больше ничего. Закрыто. Ну как-то тут ничего нет. А, ну коллекционка. И все, да? О, вот это ты летаешь. Готова спорить, это вовсе не тупик, как кажется. Но как же пройти дальше? Так, ладно, я поняла. Возвращаемся. Ну-ка, иди ко мне. Иди сюда. Да в смысле? Как оно работает странно. Что с тобой не так, а? А почему? Так, он с этой локации почему-то не убирается. По какой причине? Ага, понятно. По той же причине, да? Конечно, прикольно сделал. Так. Порой так работаешь, серьезно, странно. Так, спускаем. Это вот сюда. Да что с тобой не так, а? Угу. Что так темно? А, блин, я думала, здесь проход. А тут не проход. И чё, и зачем он мне? Странно. Достаточно странно. А вот это... Это вот... Почему туда? Сюда. Блин, вот что так темно? И что это? Ну-ка. Ага. Кстати, надо зажечь огонь. Шуруйте отсюда. Так, что тут? Люмос. Тут прям кабинет целый, гляньте. Построивший эту комнату очень любил читать. Причем все эти книги о существах. Твоей бабушке здесь бы понравилось. Это точно. Скорее бы рассказать ей об этом. Целая библиотека, представляете? Люмос. Библиотеку нашу целую. Так, мы там что-то открыли, значит, нам должны были какой-то проход открыть, да? Или как?
В смысле? Это что такое? Что за дело? Ты гонишь, что ли? Что это такое? Иди, иди сюда. Ну? Серьезно? Это так работает? Почему? Что за странности? Я же тут перетащила, блин, только. Да блин, Поппи, свали отсюда. И он опять там, прикиньте. И как мне? Почему она... Господи. Как-то это вот работает все равно. Вот сколько играю, вот как бы корело все работает. Типа я не использовала силу, поэтому что ли? Серьезно? Заставили меня бегать туда-сюда. Так, спасибо. Ну, конечно. Как хитро придумано. Статуи. Птички. Темный волшебник. Так, слушайте, на нас напали. У нас, кстати, одно заклинание не выучено. Получайте. Я тебя на удобрение. Так, подождите, дайте я заберу. Ай! Все? О, кентавр. Дариан, или как ты там? Красавцы. Спасибо. Серьезно? Так. Вот так вот себе и вдогоночку давай. В собаку превратился. Чё это вдруг? О! Что такие-то, а? О, круть. Подожди, отдай мне. Наблюдать она будет. Сама-то капуста. С вами все хорошо? Я собирался вернуться, пока еще не слишком поздно. Так, выключал тут микро. Если бы вы пришли на минуту позже, я привела их сюда. Да ладно, я бы справилась. С нами против своих. Чего? Я рад, что стал этому свидетелем. Теперь я верю всему, что рассказал мне Доран. Доран. Спасибо, друзья.
Все события, которые ты предвидел, еще не произошли. Так, что надо сделать? А, очередная загадка? Ну, пусти, пусти, пусти! Вау! Дерево белое. Вот они. Они здесь. О, яйца! Это типа нет же ты, да? Теперь остается только снять чары. То есть мы должны... Я всего лишь хотела, чтобы им ничего не угрожало. И теперь... Давай ты. Какие милахи, божечки. Но что будет с ними теперь? Они ведь совершенно беззащитные. А когда станет известно, что они снова появились... Их никто не тронет. Кентавры позаботятся. Даю вам слово. Большое спасибо, Доран. Спасибо за то, что помогли нам найти их и защитить. Благодарности заслуживаешь ты, дитя. Ты сделала доброе дело. Помни это. О, какой мудрый. Милахи. Сегодня вы проявили храбрость. Позвольте нам подхватить эстафету. Пожалуйста, пожалуйста. Если вы не против, Доран, я бы хотела остаться и немного побыть среди сниджетов. Да. Ой, какие маленькие птенчики. Гляньте, гляньте, гляньте. Задание сделали. Это последнее вообще задание с Поппи-то? Или как? Мы нашли ниджетов. А что, нам таким же путем возвращаться? Давайте, ребята, на этом мы закончим. В следующей серии мы продолжим и пойдем. У нас сюжет получается как-то. У меня больше ничего нету. Такового. Вот. В следующей серии продолжим по сюжетке идти. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.